Привет! Сегодня мы тоже в гостях! Мы приехали в Томасленд, да. Парк развлечений. Идем кататься на Томасах. Да. Я вижу здесь Содер Свитс. По-моему, это Содер город, где Томас живет. Да. Тут разыгрывают всяких Томасов. Кэнди у нас уже есть из Свинка Пеппа Ворлд. Еще нам надо Томаса отсюда. Тут ездят какие-то старинные, ахахах, какие классные. Я уже хочу на них покататься. Пошли. Ну пошли. Что? Это из Томаса. Да тут все из Томаса, представляешь? Заходим, садимся. Макс будет водителем такой вот старинной машины Ford. Я беру руль по-нашему. С левой стороны, да? Да. Правильно. Я тут еле поместился. Вау, поехали. Вот такая классная машина. Привет, привет, сынок. О, я думал, короткая дорога, она не длинная. Смотри, тут курицы всякие тут ходят. Мы как будто бы едем в мультике. Да. О, привет, хрюндели. Сидят тут. Куда это нас сейчас дорога ведет? Петух какой-то или курица? И мы... Тут машина, которую мы едем. Ага. Вау, куда это мы попали? Мы реально как в мультике едем. А за окном магазин. Так, тут какой-то дом, тут еще что-то. Класс, вообще прикольно, очень классно. Смотри, мы едем в какую-то конюшню или на ферму, что это? Так, тут стоит корова. Опять коровы, хвосты только торчат. Хм, мукают так. А кто это едет так быстро? Макс, ты что, уже третий раз в очереди? Может, идем где-то еще покатаемся? Здесь хочешь? Карусель. Кто же это там в поезде? Привет, мистер машинист. Привет. А это Томас конструктор? Целый город из Томаса построен, из конструктора. Чух-чух. Как всегда, по рейсам переходим в Томас Шоп. Не просто шоп, а World Largest, самый большой в мире Томас Шоп. И что тут в этом магазине ты увидел, Макс? Сплошной Томас? Вот куда ни смотри, туда дорога, там сплошные Томасы. Там тоже сплошные Томасы. И везде одни сплошные Томасы. Не только Томасы, еще его друзья. Смотри, золотой, это нужно брать. Это какие-то коллекции минисов? А ну покажи. Ой, тяжелые. Короче, что это такое? А там подсмотреть нельзя, да? Да. А, Макс, это одна коробка только, слышь? Я думаю, что это не стоит брать, потому что тут только один паровозик, и это все стоит 26 фунтов. Коробка с одним золотым стоит 26 фунтов, представляешь? Да. Деревянная дорога Томас. Это которая была, где-то мы ее уже видели. По-моему, в ресторане на завтраке такая стояла, да? Да. Вот такая прикольная. Ага, тут куча деревянных. Вот это станция. Это еще какая-то заправка, что ли, с мостиком. Ого, смотри, переезды всякие. Еще какая-то станция. И кран. Кранки называется. Смотри. Показывай. Вот, станция, гараж. Другая и станция. И третья мороженое. Ага. Вот, видишь, можно менять название станций. Вот, чин-чин-чин. Какая будет станция? Содер, выбери нам станцию Содер. Вот она, Содер Ламбер Компани. Что ты тут, Макс, засмотрелся? Версии Томас крутые. Крутые? Необычные? Да. А, это не какие-то, я не знаю, как скоростные какие-то, да? Да. Такие серьезные, нахмуренные. Наверное, гоночные. Наверное. Смотри на это. А это что? Футбольный. Это кто? Футбольный. Это же Томас. Томас. Это Томас, да. Я а, это у тебя минис такой был, да, маленький? А этот Самсон даже возит динозавров живых. А этот Гарольд у нас нарисован на стене в номере. Сколько можно ходить по магазинам? Давайте кататься. Вот, смотрите. Американские горки, Макс. Я тобой не боялся. Ну, так пойдем покатаемся? Смотри прикол, Макс. Вон стоит паровозик и спит. Quiet, please. Tired engine resting. Написано, отдыхает паровозик. Не будите его, тихонечко. А ну, ух ты, какой он длиннющий. Но спит.
Привет, привет! Где ты там есть? А ну, что там есть? О, а там мало каких-то управлений, да? Пару крутилок каких-то и все. Обалдеть! Настоящий Томас едет! Ты представляешь? У него еще даже глаза крутились, как в мультике. На нем можно покататься. Я хочу! Заходим. Это вагоны Перси катают на американских горках. Да? Да. Вот они. Это Перси, да? Пошли вверх. Вверх поползли. Поехали! Томас потянул нас. И куда мы едем? Город Содор. Чух-ч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 ух. Да, это спящий этот паровозик. Спит там. Дальше американские горки. На них мы тоже покатаемся обязательно. Вот они. Мы в туннеле. Все, выехали. Коротенький тоннель был совсем. Мы едем по какой-то ферме, что ли? Вон страусы сзади. Нас попросили выйти из поезда. Я думаю, почему? А потому что дорога-то закончилась. Тупик. Я думаю, здесь сейчас будет видно, как Томас будет разворачиваться. Смотри, это должно быть очень даже интересно. Видишь, заехал Томас на платформу. И что сейчас будет? Угадайте. Во! Да, в мультике тоже такое есть? Да. Глазки даже не шевелятся. Да, глазки шевелятся, Томас разворачивается. Если мы хотим ехать назад, пошли назад на платформу. Пойдем, будем садиться. Пока страусята, мы уже едем. А что это вы так бегаете? Вот, спящий поезд. Наверное, мы уже подъезжаем. Да. Вот теперь мы точно покатались на паровозике Томас. Мы едем в Troublesome Tracks, какой-то Trouble Coaster. Мы едем на американские горки. Погнали. Готов? Да. Мы взлетаем, набираем высоту. Вот наши американцы и горки. Привет! Привет, американцы и горки. Сейчас они поедут с высоты. Она детская. Такой большой крэнк толкает сверху вниз летающих. О, и наши летят! Ю-ху! Мы сейчас катались, заказали себе фотографию вот такую вот с американских горок. И нам вот ее дают уже, торжественно вручают. Иди. А ну как, получились? Клево получилось? А ну, с Томасами. И тут вот мы такие вот летим. А ну, дай. И тут мы такие летим с высоты, с горки. Круто! Идем покажем маме Кате. Макс решил покататься на пиратских корабликах. Да, они на колесах катаются. И там даже сундук, ты говорил, есть, да? Где же там посадка? Надо обойти по кругу, чтобы сесть. Присаживайся. И полетели. За сокровищами. Чтобы не выпасть, если вас. Правильно. Макс все такой взрослый, сам катается. Вот это да. Поехали! Вот это да! Вот это скорость! Макс летает! Все так... да. Макс там еле держится! Вот это да! Вот это гонки! По-моему, останавливаетесь! Что меня же? Пересадила на другое место. Вот это да, я видел, ты там аж еле удержался, да? Да. Ну все, выходим.
Вы что, на трамвае поехали? Да, а вы там и не хотите? Катя, поедем на трамвае? Нет. Сейчас как затрясет вами? Я не знаю, что это такое здоровенное, что она с нами сделает? Да это трамвай! Что, вот так? Не знаю. А как в трамвае едет? Чук-чук. Вы взлетаете! Это летающий трамвай! Вот это да! Вау! Смотри, смотри, что делают! Смотри, смотри, смотри! Вот это вас колбасит! Класс! Я и не думал, что такая будет. Это круто! Я не ожидал такого! Вот это колбасня! Я не думал, что такой здоровяк, такой большой трамвай может так летать! Это вообще прикол. Прикинь, он здоровенный же. Он на такой круглой и железной поднималке. Так он-то на поднималке, но просто он такой большой. Я не думал, что он вообще будет с нами что-то делать. Думал, это так, зайти, посидеть чуть-чуть, да и все. Что-то нашему папе уже, наверное, поплохело. Зато Максу классно. Вам пакетики не нужны? Это круто вообще. Я не думал, что такой здоровяк будет так летать. Видите как? И не такое бывает. Его зовут Макс. Этого паровозика? Да. Макс, смотри, мистер, который управляет паровозами, пошел вот. Я не знаю, как его зовут просто. Похоже, Макс с Катей идут сейчас в Jeremy Flying Academy. Они будут учиться быть пилотами самолетов. Мужчина, вы готовы идти в Академию полетов? Да. Будем летать. Мама, посмотри на этого взрослого парня. Можно самостоятельно всех везде отпускать. Можно сидеть себе в кафе, пить кофе, а Макс будет самостоятельно ходить гулять. Ну, Катя дает. Пилот самолета, вот это да. А я пассажир. А на пассажира тоже учиться надо? Наверное, да. Если с Катей летать, то надо. Чтобы взлететь, надо кнопку нажать. Нажимайте кнопку. Макс уже взлетает высоко. Катя нас колбасит так. Макс, как всегда, выше всех. Катя еще где-то ниже чуть-чуть. Катя нас то вверх, то вниз. Люди вверху летят, а мы вот так вот на середине. Это класс. Катя, ты такой классный пилот. С тобой только и летать. Вот это летчики, вот это самолетчики. Макс, привет! Макс, ты так высоко летел? Ну ты даешь, я вообще аж горжусь тобой. Вот и детская площадка. Заходим, thank you. Катя где-то здесь, вот и обувь. Да, мы сейчас пришли на детскую площадку, но правда мы уже пришли под самое закрытие парка. Через 5 минут парк закрывается, представляешь? Где-то Катя тут гоняет с Томасом. Ну что, иди ищи Катю. У тебя 5 минут всего-навсего. Тут Томасы классные вот эти вот, которые вокруг. Катя здесь была, кстати. Что, прямо здесь? Да, в Томасе. Ага, это можно из окошка тут выглядывать? Да. И наверху там какой-то паровозик. И там, ну клево. О, и этот кран. В общем, мы только зашли, а уже и пора выходить. 5 часов вечера, время работы парка закончилось. Как раз еще не закрыт. Еще не закрыт. Парк уже заканчивает свою работу. Мы спешим еще купить. Макс засек какой-то Томас. А ну, какой Томас ты там выбирал себе? Показывай. Вот. Вот этот ты хочешь, да? А что это такое? Это просто вагончик. А, у него можно менять лица? Да. Это кто он может быть? Перси и... Это не Перси. Не Перси? Ну, короче, какой-то зеленый и красный поезд может быть, да? Да. Ну, держи, будет тебе на память про Томас Лэнд. Короче, у нас на память остается фотография и паровозик вот этот, да? Ну, класс, я думаю, что... Можно 3 купить, но максимум. Это максимум. Вот это его брать. А, еще вот этот ты хочешь, да? Да. Фиолетовый. А, номер 1, это Томас, точно. Да. А еще что? Есть еще прыгнуть новый. Вау. Ну что, Макс, как тебе Томас Лэнд? Магазин уже закрыли, а мы только вот он. Я тебе скажу, что в парке уже никого нет. Все уже поуходили. Одни мы остались, тут еще покупки делаем. Да.
Я думаю, что тебе этот парк запомнится надолго. Да. Очень классный. Особенно американцы и горки. Да. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока. А мы уходим.